Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пломбир на йогурте «Ангария». Это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 18 мая в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса, ночью прохладнее, 18 выше 0. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 14 градусов.